Хорошее утро начинается с кофе. Или с хорошего капучино. Че, можешь самокат арендовать? Вот, друзья, я прибываю. Вот этот отель сегодня я буду в нем работать. То ли фуршет сегодня, то ли банкет, уже не помню. Сейчас выясним. Если что, что-нибудь сниму для вас. Вот так, друзья, потихонечку идет подготовка зала. Просто не могу снимать, нельзя, но для вас сделаю. Хоть это и гарбич, пока никого нет, можно стырить печенье. Понимаешь, вот возьми там, разбили, там собирай. На весу это делать не надо. Вот эти города, ты меня не слышишь. Ладно, я глухой. Так, раз. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Там берете вот так, переворачиваете. А вот этот хвостик прячете сюда. Угу. И вот так вот. Понятно? Все, я запомнил, да. Так. Вот жопа, да? Так, вот так. Вот так вот, как он говорит. Ну, ребята, ну что вы не делаете, не получается. Ай-яй-яй. Все, давай. Друзья, для вас пару мгновений, а для меня уже закончился рабочий день. Начало первого ночи. Ну да, обычное мое мероприятие. Это моя основная работа официантом. Вот и все. Ничего такого сложного или загадочного. Курьером я подрабатываю, как я говорил в прошлых видео. Курьером это подработка. Основная работа вот была официантом. Я работаю, стараюсь 3 дня в неделю, 4 работать. Естественно, зарабатываю чуть-чуть побольше. Ставьте лайк. Я побежал на метро. Привет, ребята. Всем доброе утро. Только выскочил с общежития. Выполню, наверное, пару заказов в полдня, а вторые полдня пойду на работу основную. Время – деньги. Так, светофор. Так, ребята, едем дальше. Все, выхожу на линию. Сейчас будем ловить заказ. Та-та-дра-та-та. О! Ладно. Принимаем. И работаем дальше. Вот какой-то заказ у меня с Вкусвилл. Я сейчас в этом районе нахожусь. Тут спуск идет вон туда. И мне обратно подниматься, черт бы вас побрал. Ладно, далеко я отъехал, ну ладно. Вот этот трактор меня чуть не обрызгал. Вот урод. Объехал. Чуть не замочил. Зато он мочит мне дорогу. Опа-на! Все, заказ выполнен, сейчас следующий, переключаюсь на следующий, слава богу.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Комсомольская. The next station is Комсомольская. Ребята, тут какой-то стихийный рынок, проспект Мира. Блин, знаешь, слишком много людей здесь собирается. Что это? Откуда все эти иностранцы? Что-то там происходит, менты, куча азиатов. И они все идут вон туда, в метро и в пешеходный переход подземный. Блин, сколько их там? Ладно, потом разберусь, что это было. Митинг, что ли, или какой-то праздник у них. Вот, друзья, как вы поняли, я уже вышел на новую работу сегодня, на вторую. Да. Вы будете не то что обеспечить, даже если у нас есть люди, которые из других республик, из других стран, они тоже могут проявить, и им тоже могут стать героями России. Не важно где. Мы еще не начали, я уже устал. Блин, сейчас отошел на бэк. Буквально минуту-две посижу, пойду дальше работать. Чё, ёпта? Вторая попытка. Опа. Всё. Здравствуйте. Здравствуйте. О, пожалуйста. Угу. Привет вам.